Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители, все, кто нас смотрит. Я Владимир Сенчуков, редактор канала Real Russian News. И я бы хотел сделать небольшую заметку насчет того, что происходит в России прямо сейчас. Дело в том, что Медведев, он, если вы помните, он председатель, ну там глава партии «Единая Россия». «Единая Россия», которая критикуется очень сильно, это самая главная партия в России. Вы слышали хоть одно заявление от партии «Единая Россия» насчет отставки Медведева? Я не слышал. Я вижу публикации, я вижу обсуждение насчет того, что случилось, почему случилось, как случилось, кто такой Мишустин, кто такой Медведев и пятое, и десятое. Ну а партия «Единая Россия» ни слова. Вы знаете, я рекомендую вам обратить на это очень большое внимание. Почему? Потому что я приведу пример. Допустим, здесь вот в Канаде, да, правила консервативная, партия во главе с Харпером, она правила там порядка 7 лет, потом ее смели, пришла либеральная партия, ну, здесь, как и в Штатах, здесь две партии, там, в основном, либералы и консерваторы, как в Штатах, там, республиканцы и демократы. Пришла либеральная партия к власти во главе с Джастином Трудо. Прошлой осенью были снова выборы, и консерваторы проиграли, опять проиграли, чуть-чуть, вот на столечко проиграли, да. Вот, и опять Джастин Трудо остался у власти. Но тот, кто был во главе консервативной власти, да, они его взяли и выкинули. Они сказали: ты что, не мог выиграть? Ты не выиграл, пошел в жопу. Они его скинули. Я даже имя его не помню сейчас, да. У них сейчас какой-то другой там предводитель, блин, в консервативной партии. Но Трудо остался на следующие там 4-5 лет, когда там будут выборы. Я даже не помню. Вот. И что происходит в России? Вот обратите внимание, что происходит в партии «Единая Россия», у которой Медведев предводитель. Хоть одно заявление есть или нет? Следите и подписывайтесь на наш канал. Спасибо.